словно оберегая Русь святую на пути сквозь долгую кромешную смуту, дано Господом Богом ей бесценное сокровище – православное старчество. Появившись на Руси сразу после ее крещения, особого расцвета своего достигло оно в начале XIX века, как раз тогда, когда народ российский был подвергнут великому искушению, искушению революционным бунтарством. Озарив души старцев ясным светом своим, наставил их Господь на сохранение чистоты и веры, боголюбия и благочестия, смирения и терпения, всего, чем богата была душа русская. Особое место в этом великом делании отведено духовному подвигу старцев Свято-Введенской, Оптиной, Пустыни. Оптина-Пустынь была одним из важнейших центров русского православия. Все, что не происходило бы в России, находило свое отражение в делах и помыслах оптинских старцев. И все, что не случалось бы в этой древней обители, воспринималось всей Россией как божественное знамение. Духовник Оптиной Пустыни, старец Илий. Когда я некогда думал, а как же те почившие иноки, которые столько лет провели в обителях, и вот теперь они разорены, эти обители, и о них никто не вспомнит, не помолится, то сейчас, когда вот мы видим, не только поминаются все синодики прошлые этих иноков, но и даже восстанавливается память сугубо таких духовных светил, как старцы нашей Оптиной Пустыни, и отмечается их высокая духовная степень жизни, причисление к лику святых, и, конечно, все это дает радость, умиление, вот, и укрепляет нас в подвиге духовном. Знак нашей любви примите от меня лично и от братьев святой обители сия эти цветы. 27 июля 1996 года братья и насельники Оптиной Пустыни цветами и хлебом-солью встретили святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Мы видим возрождение духа нашего народа, возрождение веры, возрождение России. И Оптина Пустынь, которая всегда была духовным центром русского православия, она и сегодня принимает в своих стенах множество паломников, приезжающих из различных городов и весей Руси, ближнего и дальнего зарубежья. И то событие, которое произойдет сегодня, явится еще новым, притягательным стимулом для того, чтобы люди Божии приходили бы сюда и молились преподобным старцам оптинским, которые при жизни руководили, наставляли, молились и укрепляли людей в их жизненном подвиге. И мы верим, они будут молитвенниками о всех, которые с верой и упованием будут прибегать к их молитвенному предстательству. Чин прославления в лике святых, собора отцев и старцев, Оптиной Пустыни просиявших. По милости Божией 8 лет минуло с того времени, когда Господь дивный во святых своих благоволил воздвигнуть на свешниц общецерковного почитания великого подвижника земли русской, преподобного Амвросия, старца Оптинского. Святость
и богоугодность жития которого Бог засвидетельствовал многими чудесами, а православный верующий народ искренней любовью, почитанием и благоговейным обращением к Нему в молитве. И вот сегодня мы с вами являемся свидетелями большого церковного события, участниками прославления в ряду местно чтимых святых еще 13 оптинских старцев. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сию благодатную эпоху возрождения Русской Церкви, когда поднимаются из руин тысячи порушенных и оскверненных святынь, когда православие возвращается к полноте традиционного служения Богу и миру, когда народ обращается к духовным истокам христианства, пред нашим взором вновь предстает уникальный опыт старцев Оптинской пустыни, сочетавших в своей жизни строгую верность православной монашеской традиции и пастырскую открытость миру, глубокую молитву и деятельную любовь, преподобническое житие и исповеднический мученический подвиг. Изучив житие и подвиги оптинских старцев, подвижников веры, и отметив их праведное житие во исполнение заповедей Христовых и во славу Святой Троицы, духовничество и наставление вере православный чад церковных, дар прозорливости и пророчества, исповедничество и мученичество, бывшие по молитвам старцев чудотворения, продолжающиеся и поныне, непрекращающееся народное почитание, мы с благоговением и любовью определяем. Первое. Причислить к лику местно чтимых святых Оптинской пустыни преподобных, их останки считать святыми мощами, писать оптинским преподобным иконы для поклонения и чествования согласно правилам VII Вселенского Собора. О сей благой и благодатной радости прославления оптинских старцев в соборе оптинских святых возвестить пастве Русской Православной Церкви молитвами и предстательством оптинских святых да дарует всемилостивый Господь благословение всем с верою и любовью притекающим к их небесному заступлению. Божьей милостью смиренный Алексий, патриарх Московский и всея Руси, священно-архимандрит Свято-Веденской Оптиной пустыни. Свято-Веденская Оптина пустынь 26 июля 1996 года. Благословляется
и освящается образ сей собора преподобных старцев оптинских окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возникла в первой половине 15 века. По преданию основал ее Опта, ранее бывший предводителем разбойников, но искренне покаявшийся и принявший постриг монашеский с именем Макарий, дабы искупить грехи свои тяжкие. Не раз за свою долгую историю подвергалась обитель разорению от ратьих вражьих, не раз приходила в упадок и была на грани упразднения, но хранил Господь ее для великих дел предназначенную. И вновь возрождалась Оптина пустынь, как птица феникс из пепла, и вновь расцветала с еще пущей силой. Последний раз была упразднена пустынь в 1923 году. Многие братья обители приняли от новых властей смерть мученическую. Спустя 65 лет вновь зазвучало в древних храмах Слово Божие, и вновь оказалась Оптина пустынь в самой стремнении битвы за веру Христову. На Пасху 1993 года были убиты трое монахов Оптиной пустыни – Василий, Ферапонт и Трофим. Их убийца действовал по наущению голосов, звучавших в нем непрестанно. Так началась новая глава в летописи оптинских мучеников. «Люты и коварны силы зла, но более их велика сила Духа воителей Церкви Христовой». Не было никогда в обители бросающихся в глаза богатств и роскоши, но было в ней сокровище, к которому со всего православного мира стремились богомольцы. Сокровище это – старцы Оптиной пустыни. По воле Божией было им предназначено хранить осеняющую землю российскую свет веры православной. Потому-то и стали они не просто боголюбцами, а воинами Христовыми за веру свою, стоящими насмерть. Возрожденный храм во имя иконы Казанской Божьей Матери стал 70-м храмом, освященным патриархом московским и всея Руси Алексием II. Ежели всему храму ныне благоволимости воссоздатися честь иконы Божьей Матери, именуемые Казанской, честь воздвижения креста Господня, святаго великомученика Георгия Победоносца и святаго великомученика Феодора Стратилата, ко славе Твоей, единородного Твоего Сына и всесвятаго Твоего Духа. «Что же такое старец?» – спрашивал Федор Михайлович Достоевский и отвечал. «Это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающий себя, принимает добровольно, в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собой для того, чтобы мог наконец достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя
избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не узнали. Не в обзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тя. Помяни мя, Господи, во царствии Твоем, да не в суд или во осуждение будет не причащение пречистых Твоих тайн, но во исцеление души и тела. Аминь. В начале XIX века, когда настоятелем монастыря становится архимандрит Моисей, духовные наставления получивший от самого Серафима Саровского, в Оптиной пустыне зарождается старчество. Моисей приглашает в обитель двух уже известных к тому времени православных подвижников, иеросхимонаха Льва, ставшего первым великим оптинским старцем, и иеросхимонаха Макария. Старцы охотно шли в монастырь, ибо понимали, сколь обширным будет поле их деятельности. Специально для старцев строится скит. Скитоначальником становится брат Моисея, игумен Антоний. Особенностью оптинского старчества стало то, что старцы не замкнулись в стенах обители, а распахнув монастырские ворота, стали воистину старцами всей Руси. Их подвигом стало служение русскому народу. Они несли на себе грехи и судьбу его, и могли сказать ему слова древнего чина усыновления: «Навые мои, согрешения твои». Именно здесь, в Оптиной пустыне, после векового разделения произошла встреча русской интеллигенции и русской православной церкви. Возложив на оптинских старцев великую миссию, наделил Господь их не только тонким глубоким умом, но и чудесным даром предвидения. На многие годы вперед пророчествовали старцы о грядущих бедах России и о ее духовном возрождении. Под окормлением великих духовников выросло не одно поколение братьев монастыря. На смену старцам в Бозе почившим приходили их ученики, полные светлой божественной силы. Чудной духовной силой одарил Господь великого оптинского старца Амвросия. Не было в России такого уголка, где бы не слыхали о его задушевных беседах, о его пророчествах. Отовсюду стремились к Амвросию люди. Ежедневно он принимал множество посетителей, отвечал на сотни писем. Для всех и для всего находились у старца и силы, и время. Самые замечательные представители русской интеллигенции, такие как Достоевский, Толстой, Соловьев, Леонтьев, прошли по этому крыльцу в келью Амвросия, который был единственным, кто мог бы дать ответы на многие волнующие их вопросы. Блажен и праведен земной путь великого старца. Монашеский постриг принял он в благодарность Господу за исцеление свое от неизлечимой болезни. Первые годы его иноческой жизни прошли под окормлением старцев Льва и Макария. Шаг за шагом шел Амвросий нелегким путем духовного совершенствования. Очень скоро стал он помогать отцу Макарию в его духовном подвижничестве, а после смерти наставника занял его место. Резкое ухудшение здоровья не сказалось на деятельности старца. Будучи уже не в состоянии выходить из кельи, он продолжал свое служение Богу и людям. После смерти не ушел Амвросий из духовной жизни России, став ее небесным хранителем и молитвенником. В
1988 году иеросхимонах Амвросий был канонизирован. В 12 верстах от Оптиной пустыни, близ поселка Шамардино, на берегу реки Сирены, расположена женская Казанская Свято-Амвросиевская пустынь. Основана она в 1884 году преподобным Амвросием и была под окормлением старцев оптинских. При советской власти обитель была разорена. Удивительная история схимонахини Серафимы. Приняв постриг, ей посчастливилось еще застать великих оптинских старцев. После закрытия монастыря она молила Бога, чтобы тот позволил ей не умирать до тех пор, пока ее обитель не будет возрождена. Господь выполнил ее просьбу, и, дожив до 104 лет, сестра Серафима стала свидетельницей новой жизни пустыни. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибыл в Казанскую Свято-Амвросиевскую пустынь для освящения храма во имя преподобного Амвросия Оптинского. На этом месте располагалась келья, в которой преподобный представился в 1891 году. Создатися в честь преподобного Амвросия, старца Оптинского, во славу Твоей, единородного Твоего Сына и Всесвятаго Твоего Духа, сам бессмертне Царю, помяни щедроты Твоя и милости Твоя, яко от века суть, и да не возгнушаяся нас множеством оскверненных грехов, ниже да разрушишь и завета Твоего, нашей ради нечистоты, но призри и ныне прегрешение наше, и укрепи нас, и удовли благодатью и пришествием животворящего и святаго Твоего Духа
совершите без осуждения обновление храма сего и в нем жертвенника сотворите освящение. Из молитвы преподобным отцам и старцам в Оптиной пустыне просиявшим. О великие угодники Божии, столпы и светильники земли российской, преподобные богоносные отцы наши оптинские, Лев, Макарий, Моисей, Антоний, Иларион, Амвросий, Анатолий, Исаакий, Иосиф, Варсонофий, Анатолий, Нектарий, Никон и Исаакий, по словесам апостола пророчествующие и назидающие, увещающие, утешающие, умолите милосердного Господа, даровать нам недостойным дух сокрушения, сердце очищения, уст хранения, правоту деяний, мудрование смиренное, слезы покаяния, веру непостыдную, любовь нелицемерную, мир душевный и здравие телесное. Да предстательством вашим сподобит нас Господь доброго ответа на страшном судище своем, вечных мук избавляя, и Царствие Небесного купно с вами да удостоит во веки веков. Аминь. Еще в феврале 1917 года старец Анатолий Потапов, один из последних старцев оптинских, сказал пророческое слово. Будет шторм, и русский корабль будет разбит, и все же не все погибнут. Явлено будет великое чудо Божие, и все щепки, все обломки, волею Божией, силой Его соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль в своей красе, и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это и будет явленное всем чудо.